Ассалому алейкум, комбатты достар. Здравствуйте, дорогие друзья. Зашел недавно в Инстаграм и обнаружил такой пост Димаша. You have no idea what awaits you at the concert on September 23. Вы не представляете, что вас ждет на концерте 23 сентября. Да, Димаш, мы не представляем, поэтому и ручки потираем. Предвкушение невероятного и грандиозного праздника для Дирс. Я думаю, да и вы тоже наверняка, друзья, что Димаш такое покажет нам, что мы испытаем фантастическую эйфорию от увиденного. Ну, мы на старте первым делом купить билет, а потом трепетно глядя на него ждать 23 сентября. И, друзья, хочу вот прочитать коммент, ну, вот, такой же, как и у меня, можно так сказать, в душе состояние, и у многих. Пишет My Soul Димаш. Моя душа Димаш в переводе. Этот аккаунт так звучит. Привет, Димаш. Только не говори, что ты ворвешься на стадион на реактивном самолете и спрыгнешь с него в бассейн с высоты 100 метров. Да, действительно. Да, терпения не хватает, ты нас распаляешь еще больше, ждем очень при очень. Ну вот у нас всех Дирс что-то такое подобное творится в душе. Ну, друзья, на этом сегодня все. До скорых встреч. Курскинчес, салонсдар.